Ну что же, следующая номинация это поэтическая книга. И для представления победителей, финалистов, я приглашаю сюда члена жюри, поэта Давида Поташинского. Давид, пожалуйста, вам слово. Много слов я не скажу. Гулливер, он и к большим приезжал. И я думаю, что мы из таких выбирали. Ну что ж, надо, может быть... Сразу менять. Сразу. Да, я, конечно, не говорю. Первый финалист – это Сергей Соловьев. Ну да, некоторые даже из Питера не смогли приехать, из Мюнхена еще сложнее. Итак, следующий финалист в номинации «Поэтическая книга» – Илья Семененко-Басин. Надя Далаланд. Она должна приехать, она с самолета, она спешит. С самолета, значит, мы ее сегодня обязательно увидим и все ей вручим. И Андрей Черкасов. Человец. На себя посмотрел человек в зеркало возле ванной и решил: я теперь человец странный. Я теряю образ и вес. Вот такая картинка. Я пока еще человец, а потом невидимка. Сквозь меня проходят щипцы. Я пустая карта в колоде. И летаю, как человцы, наблюдаемые в природе. Ну что же, Давид, зовите имя победителя, хотя многие, я думаю, уже догадались по строкам. Ольга Дернова. Ольга Дернова. Ну, я скажу буквально пару слов. Если можно. Как вы понимаете, прочитать надо было очень много. И я читал, и читал. Но вот к стихотворениям Ольги я возвращался. Я прочитал их, а потом вспомнил, что надо их еще прочитать, а потом еще раз. Так что, если у вас будет возможность, вы их обязательно читайте тоже. Это может показаться немножко самонадеянным, но, в общем, когда я отправляла книгу на конкурс, я как-то решила, что эта премия мне подходит. Ну, я давно наблюдаю как бы, за этим Гулливером, за этим проектом, и, в общем, мне нравится то, что делают месяцы, остальные. Вот, и... Хорошо, что вы кому-то подходите. Ну, вот хотя бы даже всю последнюю неделю мы на работе ели конфеты Гулливер. Я считаю, что это совпадение, в общем, пусть и маленькое, но не зря. Вот. Я не считаю себя новатором, поэтому некоторые слова, которые здесь прозвучали, они меня немножко смутили, может быть, даже напугали. Вот. Ну, тем приятнее, что моя книжка победила. Вот. Приятно мне не только за себя, но и за Сережу Слепухина, потому что он составлял эту книгу. В общем, редакторская работа, проделанная им, это, в общем-то, его заслуга. Я бы так не смогла. Вот. И мне очень понравилось то, что получилось в итоге, за исключением одного момента. Вот. И поскольку, в общем-то, мне сказали, что надо читать что-то, вот, я вообще, мои выступления публичные можно пересчитать по пальцам, вот, но я как-то для себя решила после выхода книжки, что если я где-то буду публично выступать после этого, то я прочту именно вот этот стих, он длинный, но зато один,
Вот. Читать буду по памяти, поэтому если немножко ошибусь, мне выход. Жизнь в провинциальном городке, редко вылезающем из комнаты. Улицы стекаются к реке, горожане шапошно знакомы. Знаю, кто кого поцеловал, у кого развод или простуда. Юноша спускается в подвал и не возвращается оттуда. Парень был простой и потому никому особенно не дорог. Забегала изредка к нему тетушка, семейная, за 40. До седьмой воды на киселе парень не дотягивал немного. В этот раз пришла на веселе, неуютом веяло с порога. Только из подвала брезжил свет, будто бы от лампового кварца. Ты, племяш, проверила? Да нет, так и не смогла его дозваться. Проходит неделя. Какая такая сила тот город провинциальный преобразила? На улицах репортеры шляются целый день. От вспышек их фотокамер у граждан уже мигрень. Свою столичную обувь ругают за волдыри и на пропавшего парня устраивают пари. Милиция тоже в теме. Эксперты по полчаса опрашивают знакомых, пробили все адреса. Ведь был он приличный парень, не буйствовал, не кутил. Куда он пропал, бедняга? Кому он не угодил? И только слух гуляет по городу волной, что был последний вечер какой-то он, последний месяц какой-то он смурной, что срок призыва близок, да видели порой пропавшего парнишку с какой-то медсестрой. Да вроде на анализ он кровь свою сдавал. Но правды не дознались, никто не горевал. А тетке не спится, что-то под сердцем колется. Она за племянника перед иконой молится и просит у Бога с родственником свидания. Такие вот парадоксы женского сострадания. С живым пареньком была она тверже кремния. Теперь же и рай, и не рай, а окно тюремное. Хотя бы на миг к усталой груди прижать его. Все это похоже на тихое помешательство. Полгода прочь, брожение утихло, разъехались столичные спецы. И вот весна из солнечного тигля явилась, рассыпая бубенцы. Гудящим ветром улица продута, как брешь в оборонительной стене распахнутая форточка. Под утро на фоне штор белее перламутра племяш явился тетушке во сне. Целехонький, но выцветший, как корень, а смотрит испытующе в прищур. Для рая что-то слишком беспокоен, для ада что-то тихий чересчур. Ей холодно, как около сугроба, его язык занозист и дощат. И скованность испытывают оба, и оба выжидательно молчат. А если говорят, то не по теме, про фикус и какую-то лапшу. Ей мыслится, на что я трачу время, и почему о главном не спрошу. И только в конце, на выдохе, на излете, когда понимаешь миг и за ним провал, да где же ты был? В подвале. Там выход, тетя. В астрал? Не смеши, в астрале я не бывал. Все вышло без перехода, без переброски. Я двигался вниз на собственный силуэт и вместо бетонных стенок увидел доски. Сквозь них пробивался сочный лиловый свет. Я встретил там девушку, бравшую кровь из вены, соседа Петра, игравшего в спортлото. И все мы сидим у стенки и ждем замены, чтобы выйти за дверь в мигающее ничто. Прощай, дорогая тетя, бывай здорова. Спасибо о том, что спасибо за то, что помнишь, за то, что мил. Я знаю, что ошибаются богословы. Не так уж и страшен этот загробный мир. Сияющий день и птицы на каждой вышке. Она унимает слезы за 5 минут. Безвольно сидит, потерянно шепчет. Вишня. И в этот же час в саду зацветают вишни. И 40 суток цветут. Извините, что закрыли. Да, это была номинация за книгу, и мы, соответственно, награждаем дипломом почетным издательства «Евдокия», ну и непосредственно Сережу Слепухина. Это в Екатеринбург поедет, потому что Катя Симонова передаст. Поздравим издательство «Евдокия».